Правительство бастаки вице-премьер Алексей Колодезников намга сырытын кемгер суол ес улетин контролады. Улуска кутталагу качестволах суоллар национальная программа итнен. Улахан кемеддях тупсырар уле ыталатурар. Намкенигер Салбанская улусага республика суолга фондатын сотуттан 39 миллион солковой көрүлле насфал урлубуд. Уле бүті хектях түмгін суол белелері кытыларын олундағыны көрек бүтен Алексей Колодезников әтті. Салгы бөлек нам қадыр қайыз қатнан суолу көрді хетті мәні 166 миллион солковой үпкөрүлі бүт. Илдархан Сорудағанан 3 сылы хигер үлетіміктен яқтайақ білінгі кәмге. Опсай сүрбе хетті берістелі ақ ұжастықтан 9 берістеті асфаллымыд. Келер сылғы 11 берістіға үлі бұланданыр онуға. Бедер әтчігі талар конкурс сәтіне бастығы күніттен сағаланыға. Район озвучивает, что у них все документы уже подготовлены для подачи заявки. Думаю, что мы поддержим те заявки, которые поступят от Намского района. Сейчас мы еще рассматриваем вопрос по ремонту дорог на возвышенности, там, где у нас волнистость идет по региональной дороге нам. Участок там большой протяженности, в пределах 15 километров, но в будущем мы это тоже сделаем, сейчас проектирование идет. Объемы значительные по финансированию. Вот то, что я озвучил по ряду дорог, которые делались в этом году, по Намскому району более 200 миллионов рублей.